Хотят собрать всех юмористов под одной крышей. Одесситы организовали юмористическое стендап-шоу, в котором может участвовать каждый. А главное, уверяют организаторы, нет никакой цензуры или редактуры. Оценивать юмористов будут одесские КВНщики и участники Лиги смеха. Будут в жюри такие люди, как Павел Демченко, член команды «Одесские манцы». Также будет у нас Владимир Зовтун, это член команды «Де Ришелье». Также у нас будет редактор Лиги КВН «Взлет» Андрей Лановой. Также планируются ребята с Room Factory. Было принято решение, что мы организуем такой проект и дадим людям возможность не просто закончить на этапе редактур, а пройти дальше, выйти на сцену со своим материалом и уже на себе ощутить, в чем же их минусы или плюсы. Начинающие артисты и опытные юмористы могут проявить себя в одиночном стендап-выступлении, дуэтом и даже трио. Первая игра запланирована уже на эту субботу. А я себя до сих пор еще до конца не нашел, не знаю, как я хочу себя видеть в этом проекте. Но, тем не менее, я выбрал такие небольшие, короткие шутехи. Не буду говорить, какие они будут, лучше приходите, послушайте.